Музыка и кино – величайшие из искусств. Выдающиеся произведения могут унести фантастические миры в истории любви и водовороты приключений. И только настоящие профессионалы могут исполнить композиции, ставшие брендом и современной классикой. И отечественные и зарубежные фильмы хочется пересматривать вновь и вновь, слушая саундтреки и музыкальные линии персонажей. Например, фильм «Пираты Карибского моря» уже невозможно представить без композиции, написанной Клаусом Бадальтом. И ленты о Гарри Поттере ассоциируются с по-настоящему волшебной музыкой Джона Уильямса. Совсем скоро все эти шедевры можно будет услышать вживую. Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» готовит программу «Симфонический блокбастер». В этот концерт будет входить самая известная музыка, узнаваемая, которая с детства пропитана нашим сознанием, нашими ушами. Это будет музыка «Индиана Джонс» из кинофильмов «Звездные войны», «Титаник», «Гарри Поттер» и, конечно, всеми узнаваемая французская музыка. Это «Игрушка», это «Профессионал». Музыкальную программу украсит и видеоряд из кинокартин, чтобы усилить эффект от прослушивания известных композиций. Симфонический оркестр регулярно возвращается к музыке из фильмов. Блок российской, советской киномузыки и блок кино, так сказать, зарубежный. Это музыка Голливуда, французская, итальянская. В этот раз мы решили сыграть именно эту музыку. Концерт состоится во Дворце культуры «Губернаторский» 3 февраля в 17:00. Виктория Чиркова, Марат Мегдиев. Улправда ТВ.